Представьте себе фамилию, отчество. Леонид Владимирович. Уроженец... Республика. Дата, год рождения. 18 декабря, 70 лет. Постоянное место регистрации. Город Нижневартовск. В Москве зарегистрированы где-нибудь? Нет. За что вы задержаны? Не имею понятия. То есть вам не предъявили обвинение еще? Нет. Как поясните то, что у вас изъято? Ничего не изымали, не знаю. Ничего у вас не изымали, да? Да. То есть вино вы свое никакой не чувствуете? Нет, конечно. Вы ранее судимы? Нет. Наркотические, психотропные средства употребляете? Никак. Никогда, да? С какой целью вообще вы Москву посетили? С какой целью Москву посетил? Да. Вы работаете? Нет. Не работаете, да? При задержании сопротивление оказывали? А откуда у вас вот на лбу? Не знаю, полно. На меня поворачивайтесь. К категории воров в законе себя не относите? Хочу отчет.